Здравствуйте, меня зовут Галеев Сергей, я сооснователь платформы AdReality. AdReality – это платформа для персонализации в местах обслуживания и транспорте. Мы управляем рекламой на любых цифровых носителях, будь то экраны в торговом зале, системы самообслуживания или другие мультимедиа-поверхности. Каждый из наших клиентов хотел бы омниканальности, то есть они хотели бы взаимодействовать с клиентами на местах продаж и в офлайне так же персонализированно, как в онлайне. Но, к сожалению, несовершенство текущей инфраструктуры, отсутствие такого решения, как у нас ранее, отсутствие возможности работы с сегментами аудитории не позволяет делать персонализацию в местах продаж и в транспорте, так же, как в интернете. Наша технология в первую очередь позволяет собрать обезличенные данные об аудитории в физических местах. Мы позволяем использовать эти данные для улучшения качества обслуживания и персонализации в местах продаж путем изменения информации на различных цифровых устройствах, будь то фоновый звук внутри торгового зала или любое цифровое устройство, транслирующее информацию. Для специалистов в области маркетинга эта платформа выглядит так же, как платформа управления интернет-рекламой. Нужно выбрать необходимый целевой сегмент аудитории и запустить вашу гипотезу для того, чтобы увеличить продажи, либо сфокусировать внимание целевой аудитории на нужной информации. В результате мы даем прирост продаж от 3 до 18%, сокращаем стоимость проверки маркетинговых гипотез. И самое важное, особенно после пандемии, мы позволяем бизнесу увеличить доходность от монетизации трафика. Мы являемся лидирующей платформой в России по количеству подключений. И среди наших подписчиков порядка 200 средних и крупных заказчиков на рынке в 26 миллиардов. Наша выручка 1,2 миллиона долларов, мы выросли в два раза по сравнению с предыдущим. В среднем мы делаем 6 конверсий на одного платящего клиента, а разница между LTV и Customer Acquisition Cost позволяет нам выполнять самые смелые маркетинговые стратегии. У нас 300 активных пользователей из 18 стран и более 30 тысяч цифровых устройств, которые работают под управлением нашей технологии. Рынок оценивается в 26 миллиардов, и, безусловно, на нем есть сильные конкуренты. Рынок живой. Компания Scala была куплена американским StrataCash в 2016 году, компания BroadSign поглощает активно другие стартапы. Теперь уже у нас полностью интернациональная команда, в которой 40 человек, мы разрабатываем наши технологии более 9 лет. Работа Walmart, Cisco, BroadSign, Salesforce и других компаниях – это опыт наших коллег. Даже несмотря на пандемию, мы собираемся вырасти в этом году. В стратегии продаж под капотом юнит-экономики заложена отличная маржинальность. Итак, результаты за последние 3 месяца. Новые подписчики в 11 странах Центрально-Восточной Европы. 100% американская команда, находящаяся в Америке. Более 5 лидов в Соединенных Штатах. И мы успели собрать порядка 70% от нашего текущего инвестиционного раунда от фондов Америки и Европы. Так как цель нашей компании в ближайшее время более 20 миллионов рекуррентной выручки в Соединенных Штатах, и мы хотим стать частью маркетинговых солюшенов, мы будем рады любому партнерству, которое приблизит нас к нашей цели, включая инвестиционные возможности, включая возможности по созданию совместного бизнеса. Большое спасибо. Меня зовут Галеев Сергей. Мой имейл на экране. Я буду рад ответить на ваши вопросы.